Советский Горький, уездный город Семенов и, конечно, Нижегородский откос. Вот они, новенькие, еще пахнущие типографской краской, важные для региона собрание исторических фактов и художественных рассказов. Все эти другие книги увидели свет благодаря поддержке правительства Нижегородской области. Их удалось издать при помощи уникальной областной программы. Немного регионов, которые имеют такую программу. То есть вот по моей информации это точно Москва, это Санкт-Петербург, ну, может быть, кто-то еще, да. То есть мы единичный регион, который имеет вот такую программу, поставленную на, так скажем, хорошие ноги. С 2006 года по инициативе губернатора Валерия Шанцева в регионе был создан издательский совет, на котором отбираются для печати социально значимые проекты. А с 2008 года в области заработала программа финансовой поддержки издательств. Наша область, регион очень отличается от других. Мы это очень чувствуем. Это очень существенная поддержка. Мы ее чувствуем постоянно. Вот. И люди, которые занимаются этим, вы знаете, по-настоящему заинтересованные люди. Это замечательно. Не так много городов в России, где такую поддержку оказывают. Ну, так вот, я хочу сказать, что лично я рассматриваю эту поддержку как возможность издавать те издания, которые без поддержки бы никогда не вышли. Вот и в этот раз, в 2015 году, на издательском совете рассматривалось 25 проектов. Из них 13 получили одобрение экспертов и финансовую поддержку. Благодаря этому те, кто давно думал о собственной книге, смог воплотить мечту в реальность. Причем не просто напечатать несколько экземпляров, а сделать произведения широко доступными. Часть тиража, она расходится по библиотекам по всей Нижегородской области. Соответственно, самой мне осуществить вот такой охват, сделать так, чтобы моя книга была в каждой там библиотеке, в каждой районной библиотеке, невозможно. И в этом как раз, собственно, заключается поддержка правительства. Всего за годы реализации программы в Нижегородской области было издано более 50 книг общим тиражом около 60 тысяч экземпляров. А сегодня, по данным Российской книжной палаты, регион входит в тройку лидеров в стране по количеству книг и сводному тиражу.